Игорь Рудени рассказал, что осталось за кадром встречи с Владимиром Путиным. Напомним, общение российского лидера с губернатором Тверской области состоялось на этой неделе в Кремле. Как отметил глава региона, помимо тем, которые попали в протокольную часть беседы, ему удалось обсудить с президентом ряд других не менее важных для Верхневолжья вопросов. Прежде всего, это строительство новой железнодорожной станции «Ржевский мемориал». По словам губернатора, президент поддержал инициативу жителей Тверской области, и уже в следующем году начнутся работы по реализации проекта. Еще один вопрос – строительство новых медицинских объектов Верхневолжья. Нового корпуса онкодиспансера и дополнительного инфекционного корпуса для детской областной больницы. Кроме того, рассказал Игорь Рудени, на встрече шла речь о развитии дорожной сети Тверской области, самой протяженной в Центральном федеральном округе, и реализации инфраструктурных проектов. Также, конечно, это был вопрос западного моста. Президент уже дал более жесткое поручение для того, чтобы эта работа началась уже в следующем году, в 2021 году. Поэтому уверен, что нам уже будет, что показать в 2021 году жителям нашей Тверской области, причем, так сказать, на большой территории нашего региона, чтобы это дошло до всех. И в том числе это программа газификации, о которой говорил президент, и мы понимаем, что этот проект, который будет развиваться, он даст нам новые возможности.